голова трезвонит стала. Дочка царская пропала. Тужит бедный царь по ней. Да где же они? А зачем вы сюда на ночь глядя ребенка приволокли? У Тасеньки строгий режим. Ну, Тася сама сюда меня привела. Ч-ч-ч-ч. Че, это нормально? Они всегда меня здесь вечером с Катей после работы ждали. Надеюсь на счастье. Вот и ты от меня ушла, Софи. Есть новости. Пакет. Возьми пакет. Там крем омолаживающий, маски и сертификаты на массаж. Помолодеешь лет на 20. Ой, какая прелесть. Ну что вы, не стоило. Спасибо большое. Значит так. Может, используем еще какую-нибудь краску? Ну, как знаешь. Отличный выбор. Я думаю, твой рисунок готов. Это папа. Это его ребенок. Мама. А это... Хорошо. Не хочешь рисовать, не будем. Перейдем к другой интересной игре. А для начала соберем все, что ты разбросала. Как бутылка? Вот это сюрприз. Даже боюсь представить, что Петр Алексеевич может сказать на это. Что Петр Алексеевич должен сказать? Вот, полюбуйся. Я нашла эту бутылку в комнате Майи, когда убиралась утром. Вот что значит обрать человека с улицы. Майя, оказывается, пьет. Ну, Майя пьет, это вряд ли. А это тогда откуда? Скорее всего, осталось от предыдущей гувернантки.
Та любила приложиться к бутылке, за что и была уволена. Это совершенно исключено, потому что Алла Дмитриевна прекрасно убирала всю комнату, и ничего там не было. Да-да, не было. Значит, Алла Дмитриевна плохо убирала и не заметила. Слушай, Петя, а ты что, не разберешься с этим? Нечего здесь разбираться. Это выкину по дороге. Ну ладно, первый блин комом. Жив. Скоро. Ой, спасибо, Алла Дмитриевна, так вкусно. Да? Ой, я рада. На здоровье. Да. Майя Андреевна, добрый день. Следователь Потапов беспокоит. На берегу реки был найден мужчина без сознания. Сильно истощен, документов нет. Это Игорь? Есть вероятность, но по фото мы не смогли его опознать. Сильно избит, особенно лицо. Хотя приметы, возраст, телосложение, цвет волос и группа крови совпадают. Господи, это он, я знаю. Шансы невелики, но... Всякое может быть. Вы не могли бы приехать в областную больницу на опознание? Да, 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 конечно, конечно. Я скоро приеду. Хорошо, жду. Ну, пожалуйста. Алла Дмитриевна, у меня к вам есть одна просьба. Пожалуйста, вы бы могли посидеть с Стасей буквально пару часов. Не отвлекайся. Я же тебе не за это плачу. И слишком много, между прочим. Маргарита Павловна, ну почему же слишком? Вы же сами знаете, за что заплатили. Просто размечтался, простите. Филипп. Филипп, ну где ты там? Ой, ой, вот здесь, вот хорошо, ой. Ой. Кто там? Алло. Аллочка, спасибо вам большое. Прекрасные новости. До свидания. Хорошие новости? Отличные. Эта идиотка моя сама себя подставила. Давай, продолжай. Ой, да-да-да, ой, вот здесь, да. Проходите, Майя Андреевна. Это не Игорь.
Май, ну как же так? В договоре написано, что вы должны все время ходить со Стасей. Что случилось? Простите, я звонила вам, но я просто... Что случилось? Так, пойдемте. Так, успокойтесь, пожалуйста. Что случилось? Мне все случилось. Ну, скажите мне, что случилось? Я вообще не могу. Что такое? Я не могу в это поверить, не могу это принять, что Игорь погиб. Потому что тело так и не нашли. Держите. Спасибо. Я знаю, тяжело смириться с гибелью любимого человека. Моя ведь жена тоже погибла. Не поехали к Стасе и Крите. Катя упала с лестницы, перелом шеи и мгновенная смерть. Это ужасно. Я вам сочувствую. Теперь я понимаю, почему Тася тянет к вам. Вы потеряли любимого человека. Она и вас это объединило. Наверное, она интуитивно это почувствовала. Тася вообще восприимчивая девочка. А где она, кстати? Все с ней в порядке? Ну, вы не волнуйтесь, все в порядке, не беспокойтесь. Если что, я уже готова приступить к своим обязанностям прямо сейчас. Хорошо, но в таком состоянии вам лучше отдохнуть. А мы с Тасей и Ритой уезжаем. Рита хочет купить ей платье на день рождения. Я правда в порядке. Не спорьте со мной, вам правда лучше отдохнуть. Если вам что-нибудь понадобится, сразу мне об этом скажите. Хорошо? Спасибо. Я надеюсь, ты ее уволил? Нет, не собираюсь. Петь, удивляешь меня. Домой. Мы же ничего еще не купили. Пошли еще раз. Пошли. Рита, можно с вами поговорить? Что вы хотели? Лучше скажу, чего я не хочу. Не хочу думать, что вы пытались выставить меня воровкой. Я уверена, вы совершенно случайно рылись в моих вещах и нечаянно забыли вот это. А с чего вы взяли, что это мое? Ну, это не Тасина. Точно не Алана. И, конечно, не Петра Алексеевича. Не ваше? А, ну тогда я скажу Петру Алексеевичу, что я нашла эту милую вещь у себя в вещах. Пусть разберется, чья это. Рано или поздно ты уедешь отсюда. Пока я нужна Тасе, никуда я не уеду.
Майя, здравствуйте. Посмотрите внимательно. Мы нашли эти вещи ниже по течению, на берегу. Вы их не узнаете? Нет, таких вещей у Игоря никогда не было. Ну что ж, тогда мы продолжаем поиски. Спокойной ночи. Спокойной. До связи. До связи. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. Что, в следующий раз запишем на мобильный телефон. Угу. Получится у нас мультик. Ой, и бабуле сможем отослать, да? А где Тася? Она у себя в комнате рисует. Мы договорились, она закончит и покажет результат. О, самостоятельная мамина дочка. Можно? Конечно. А почему мамина? Ну, Тася в основном занималась жена. Она ведь была профессиональная балерина, очень талантливая. Могла бы добиться больших высот, но выбрала семью и воспитание дочери. Мы как-то в последнее время немножко отдалились друг от друга. Работа, приезжал поздно, и Тася мало времени уделял. Ну, это никогда не поздно изменить. Вам нужно больше времени проводить с дочкой. Вам нужно это обоим. Да, вы правы. Знаете, я поражен. Заметил, что в последнее время Тася прям ожила. И все это благодаря вам. Вы какая-то замечательная женщина. Удивительно. Ты ничего себе. Какой красивый, яркий рисунок. Молодец. Здорово. А ты помнишь, что у тебя завтра особенный день? День твоего дня рождения? И у меня для тебя кое-что есть. Опа! С наступающим, Сайчик. Золотой петушок. Такое. Одну секундочку.
Закрылась. Тася! Тасенька! Тася, тебе что, не понравилось? Ну, значит, надо придумать что-то другое. Что другое? Что? Этот клоун из лучшего циркового шоу. От клоуна придется отказаться. Отказаться? То есть испортить праздник ребенку, я правильно понимаю? За все заплаченное, между прочим, не маленькие деньги. Ну, Тася, клоун мне понравился. У меня есть идея. Тасенька, открой, пожалуйста. Понравился подарок. Ты знаешь, между прочим, это почти профессиональная камера. Ее можно даже под водой снимать. Так что вы теперь с Майей будете снимать ваши спектакли как настоящие профессионалы. Тася. Тасенька, может, померишь костюмчик свой? Днем рождения, моя дорогая. Пусть все твои мечты сбываются. С тобой кое-кто хочет познакомиться. Здравствуйте. Это родная сестра нашей Софи. С днем рождения. Пойдем? А вот и торт для нашей дорогой именинницы. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, наша Тася! С днем рождения тебя! Загадывай. Желание? Давай. Что ты здесь делаешь? Тебя жду. Вить, ты многовато выпила. Тебе лучше отдохнуть. Да, я выпила. Могу себе позволить. Я не могу больше терпеть. Рита. Я хочу тебя. Рита. Я все эти годы ждала тебя. Разве ты не чувствуешь ничего? Да, прости, я ничего не чувствую. Тебе лучше пойти в свою комнату. Но я не могу уйти. Поцелуй меня. Тогда я выйду. Что вы ищете? Да Тася где-то камеру оставила. А мы хотим завтра наше представление снять. А-а-а. Она сама предложила. Сама? Ничего себе, вы даже друг друга без слов понимаете. Ну, я, конечно, мечтаю, чтобы она поскорее заговорила. Ой, я как мечтаю об этом. Ну что ж, давайте искать.
О, я нашел. Замечательно. Вот. Спасибо. Ты такая прекрасная. Так больше никогда не делайте. Я вас очень прошу. И стали они жить, поживать и добра наживать. Ик. А возьмите меня с собой играть. Я медведь. Я пожилой медведь, но очень умный. И медведь напоминает, что Тасе уже пора спать. Ой, заигрались. Тась, пойдем. Давай, давай, давай. Давай, давай. Все, мы же закончили. Майя, подождите. Я тут подумала, раз уж мы с вами живем в одном доме теперь, давайте как-то наладим отношения. Не держите на меня зла. Я не держу. Нам давно пора начать нормально общаться. Вот и отлично. Я предлагаю выпить по бокальчику. Ну, если по чуть-чуть. Да что тут пить? Всего-то на донышке. Ой, Михаил! Извините. Простите, пожалуйста, а не будет у вас чем вытереть? Я сейчас сбегаю. Замир. Давайте сразу теперь еще за здоровье Тасеньки. Только уже до дна. Ну и в знак нашего окончательного примирения я вас приглашаю, Майя, в свой салон. Приходите, вам очень понравится. Спасибо. Так неожиданно. Как-то тут жарко. Что-то... жарко тут. Майя? Тася, Тасенька, Тасенька, просыпайся. Просыпайся, Майе плохо, просыпайся. Она тебя зовет. Просыпайся скорей. Пойдем.
просто спит. Меня так испугалась. Если бы было плохо, я бы вызвала ей врача. Как бы ей хуже, Тася, не стало. Сашенька, поиграй, пожалуйста, у себя в комнате. Мне надо с моей поговорить. Будь здоров. Майя. Что происходит? Вы вчера напились до беспамятства. И это увидела Тася. Я ничего не помню. Я... Вы даже не представляете, что вы натворили. У Таси чуть не случился нервный срыв. Дело в том, что то же самое произошло с ее матерью. Она ее трясла, чтобы разбудить. Простите, я правда ничего не помню, я больше не вправе доверять вам Тасю, поэтому прошу вас покинуть мой дом. Я понимаю. Хорошо, я сейчас соберу вещи. Спасибо. Беги к себе в комнату. Давай, давай. Я до сих пор относился к тебе с пониманием. Я разрешил тебе жить в своем доме, чтобы Тасе не было скучно. Но ты поступила подло. Так что собирай все свои вещи и вон из дома. Не поняла, что случилось? Thank you.
Да. Не волнуйтесь, я уже собралась, все. А, не нужно никуда собираться. Вы ни в чем не виноваты. Я приношу вам свои извинения. Это все проделки тети Риты. Не уходи. Что ты сказала? Майя ведь не уйдет от нас, правда? Конечно, не уйдет. Ты... Конечно, не уйдет. Конечно, нет. Ты... Майя! У Тески глаза такие огромные. И говорит, говорит все время. Восхищаюсь тобой, Майка. Тася чудная. Что там слышно-то? Да ничего. Игоря перестали искать. Что там на работе, когда переезжаем? А никогда. В смысле? Никакого переезда не будет. Садик расформирован. Мы безработные, Майка. Валь, ну только что ты молчала. Обманул нас твой Петр Алексеевич. Тася! Пойдем, нам нужно домой. Петр Алексеевич, я думала, вы другой, умеете держать свое слово. А вы, как все. Вы о чем? Не надо сейчас делать вид, что вы не знаете. Детский сад расформировывают. Дети брошены на произвол судьбы. А вам плевать. Вы передаете помещение детям, и я не иду в прокуратуру. А при чем здесь прокуратура? А при том, помещение, в которое должен был переехать детсад, вы сдали в аренду какому-то бизнесмену. Ну, разумеется, не за просто так, как вы сказали. Разумеется. У тебя есть прямые доказательства? Я найду. Замучаешься пыль глотать. Зря потеряешь время. Ладно. Уговорил. Я верну помещение детскому садику. Но при условии, что ты в следующем году ни в каких тендерах не участвуешь. Хорошо, я согласен. Только у меня тоже будет условие. Этот вопрос вы решите прямо сейчас. Тонких вот хренов. Я думаю, здесь будет удобнее. И площадь больше, и здание современное. Ну, а в целом обживетесь потом. Ай, знаете, вот говорят, один переезд — это как два пожара. Ой, это... Ничего. Знаете, так хорошо, что все так разрешилось. Спасибо вам большое. Ну, я Майя Андреевна обещал. Всего доброго. Ой, я вас провожу. Да? Майк, ты не поверишь. Мы переезжаем. Петр Алексеевич. Петр Алексеевич. Спасибо вам. Вы просто даже не представляете, что вы для всех детей сделали. Спасибо вам большое. Вы просто такой молодец. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы столько детей осчастливили. Спасибо вам большое. Я вам так благодарна. Я так счастлива. Я так рада. Выходи за меня замуж. Я тебя люблю. Я не могу. Просто Игоря еще не нашли.
Простите, пожалуйста. Нет, Майка, это не мужик, это мечта. Бери двумя руками, держи и не отпускай, все. Валь, я Петю очень уважаю. Он мне симпатичен. Но... Ну что но? Что но? Майя, Игоря нет в живых. Тебе надо с этим смириться. А я не могу смириться. Я его так любила. Люблю еще. Давайте, ну. Если я выйду замуж, получается, это как предательство. Какое предательство? Вот человек пропал, скотина. Валя! Здравствуй. Не ожидал, что я появлюсь? Привет, Валюш. А я вот появилась, я тебя нашла. Ну, а что мы здесь делаем? Ты же мне пожился, ты же мне обещал. И теперь ты опять в компании каких-то малолеток, какие да? Какие малолетки? Да, у Сережи день рождения. У Сережи день рождения. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте, а меня Валя зовут. Ну, так что, поэтому у тебя эта малолетка сидит на коленях, да? Сколько? Сколько лет? 19. 19 лет. Давай. Подожди, 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 на старт. Внимание. Марш. Ай, я как-то не успею. Давай, 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 ничего. Почти. Давай, давай, ты сейчас на рекорд уже идешь. Давай, давай, идешь на рекорд. Рекорд, есть. Рекорд. Класс. Привет. Привет, Майк. Давай. Ты умница. Ну, давай его разбери. Да. Что? Конечно, я приеду, да. Я сейчас буду. Сейчас, сейчас. Что случилось? Там Игоря нашли. Его тело. Это часы Игоря. Уверена? Я подарила их на годовщину нашего знакомства. Я хочу его видеть. Должен предупредить. Тело пролежало в воде несколько недель. Сильно пострадало. Вы держите? Я хочу его видеть. Я так хочу, чтобы ты стала моей мамой. Я тоже этого хочу. Правда, правда? Честное слово. Да, придется тебе стать женой моего папы. Пап, женись, пожалуйста, на Майе. Я, ты знаешь, с радостью. Только Майя должна захотеть. Пожалуйста, захоти. Папа очень хороший. Я подумаю. Ну, давайте за молодых. А теперь снова Горько! Ура! Ты теперь моя мама!
прошлого! Ну, конечно! Сколько? Да хватит уже! А у меня для тебя подарок. Даже два. Вот. Спасибо. А вот это... Это ключи от твоей квартиры. Я ее выкупил. Теперь она всецело твоя. Спасибо, Петь. Неожиданно. Спасибо. Я на секундочку. Угу. Спасибо. Какая ж красота. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, так, дорогая подруга, ты сказала Петру про квартиру. Ну, а кто еще? Зачем? У меня сейчас семья, дом. Свое жилье никогда не повредит. На всякий случай. Тыл. Не хочу я никаких всяких случаев. Друзья, минуточку внимания. Дорогая моя жена. Я приглашаю тебя на маленькое путешествие. Готовы? Прощайтесь. Один, два, три. Я очень рада, что Тася вернулась к занятиям. Она все наверстает. Проблем в этом не будет, все отрепетируем. Очень хорошо. Ой, спасибо вам, спасибо. А скажите, сегодня сколько занятий продлится? Часа два, два с половиной. А, спасибо, все успеют. Да. Девочки, встали, встали все. Встали, начинаем урок. Как балерина. Отходим к станочку. Майя!